Вот осиное гнездо. Его осы свили у нас в туалете. Оно состоит из многих-многих слоев бумагоподобного вещества. И под этими слоями находятся соты. Но меда в этих сотах нету. Зато в них бывают осы. Вот много-много слоев. Но сейчас осы в них уже, я надеюсь. Ух ты! Так, вот в них была мышь, которая удрала оттуда. Зачем, что там делала мышь, непонятно. Наверное, она там пряталась. И вот много-много слоев сот. Уже просто так не отскрести.